Я с хорошими новостями. Какими? В ближайшие дни нас выводят. В Россию? Да. В ближайшие дни это когда? В этом месяце точно. Вот сейчас я просто вообще жестко надеюсь на то, что, блядь, нас реально выведут, и мы свалим уже отсюда наконец-таки, потому что это пиздец. Уезжаю с позиции, смотрю, минус танк. И экипаж, короче, просто убегает. Я такой думаю, я вообще подумал, типа, все, ну, типа, прилетело. Это пиздец было. Оказывается, нет, просто у нас танк неисправный, короче, и он загорелся. Вот. Ну, думаю, скоро уже. Я, как бы, блин, знал то, что должны выйти скоро. Потому что, ну, уже все, у нас люди сдаются. У нас уже столько людей в отказ пошло. У нас в ближайшее время наступление должно было быть, а людей не хватает. Потому что все в отказ пошли. И тут реально задница. Там этот чувачка мама звонит ему, короче. А там, знаешь, что говорят? Типа, абонент недоступен, русский фашист, иди нахуй. Прикинь? Да. Сегодня тут тоже, прямо вот с утра вот только проснулся, у нас уже боевики тут. Арта работает, все работает тут вообще жестко.